Добрый день, дорогие друзья, с вами Ирина Свиридова. Сейчас я вам хочу рассказать о новинках 9-го каталога масках для лица из серии Miss Skinny. У нас их пока три, каждая маска по 6 грамм, каждая маска стоит 149 рублей. Итак, одна у нас маска укрепляющая, это кофе латте. Дальше у нас маска идет успокоительная, это green tea латте. Зеленый чай. И третья маска у нас идет питательная. Бабл маска для лица шоколадной латте. Маски у нас очень интересные. Это маски не тканевые и, естественно, одноразовые. Что мы делаем? Как применять эти маски? Мы сначала тщательно очищаем и сушим кожу. Складываем масочку пополам. Вот здесь вот есть у нее граница, что называется. Отрезаем вот этот вот уголок. Я надеюсь, вам видно. Вот здесь вот специально есть место, где мы отрезаем. Хорошо перемешиваем, выдавливаем на ладошку в сложенном виде все, что вот это вот содержимое. Хорошо перемешиваем составы между собой. И когда образуется пена, наносим толстым слоем на лицо. Через 10-20 минут тщательно смываем теплой водой. Как обычно, есть меры предосторожности. Не использовать при покраснениях, акне, раздраженной или обожженной солнцем кожи. Прекратить использование при покраснении кожи, если у вас начинается вдруг аллергическая реакция. Бывает, мало ли что, у кого-то раздражение идет на кофе, у кого-то на шоколад. Нужно быть в этом плане аккуратным. Что нам дает эта маска? Бабл маска для лица – это две уникальные текстуры в одном продукте. Краска маска и эссенция молочного бустера. При смешивании образует мягкую воздушную пену, которая бережно ухаживает за кожей. А вот какой аромат, твоя кожа будет в восторге. Итак, глубоко питает и увлажняет кожу на весь день. Эффектно отшелушивает роговевшие частицы и удаляет загрязнения. Придает лицу свежий ухоженный вид, подходит для всех типов кожи. И, конечно, каждый ингредиент работает отдельно на кожу в целом. Что я хочу сказать. В свое время я, когда вам делала видео про маски серии Beauty Lab, я очень переживала, что ах-ах-ах, как жалко, от нас уходят такие замечательные маски. Ну вот видите, у нас появилась и альтернатива. Кстати, те маски серии, вообще серию Beauty Lab делала нам Южная Корея. И вот эти маски и, соответственно, серия Miss Skinny у нас тоже делает Южная Корея. Итак, новые масочки, у нас их три штуки, каждая стоит по 149 рублей. В продаже появятся в 9-м каталоге для всех, я как VIP-консультант смогла их купить уже. Если кому-то понравилось и кто-то срочно захотел, обращайтесь. Всего вам доброго!